Из Кохтла-Ярвенского городского управления отправлено письмо в Таллин, в резиденцию нового президента Эстонской республики Керсти Кальюлайт по случаю избрания на столь высокий пост. Об этом и не только об этом идет речь в материале «Поздравление, приглашение новому президенту Эстонии». Зима катит в глаза, но она теперь не страшна жителям Кохтла-Ярве. Отныне все его дома с теплом, кроме одного, номер 9 по улице Ус. Как же стало это возможно? Вы узнаете из материала «Кохтла-Ярве. Холодотерапия отменяется». В Пюхтицкой обители по-особенному прославляется Матерь Божия во все богородичные праздники, как и в недавний праздник Покрова Пресвятой Богородицы, ведь, как считают в обители, хозяйка игуменья здесь именно Матерь Божия. Если вам не удалось побывать на этом празднике, вы можете это сделать благодаря нашему фоторепортажу «Пюхтица. Покров Пресвятой Богородицы». Уважаемые читатели, еженедельник «Панорама» предоставляет прекрасную возможность для размещения рекламы. Еженедельник читают не только почти в каждой квартире их в Кохтла-Ярве, он также распространяется и в Кивиле, и в Силамяе. А также все желающие могут читать еженедельник и в электронном виде на сайте litas.ee. И впредь будьте вместе с нами.